Томат от компании United Genetics 11-22-15. По этому гибриду что можно сказать? Томаты данные очень крупные, то есть это размер, ну, очень много томатов, да, которые 250 грамм и плюс. А его плюсы, то есть это очень крупный размер, кому нужен. Он очень хорошо пылился, смотрите, даже нижние кисти у него не имеют сосок. Опыляется хорошо, но в кисти не так много помидоров, в среднем 4 от 3 до 5. Томат очень крупный. Видите, да? Но единственное, конечно, вот есть небольшой минус, это вот, вот эти вот плечики. Надо будет посмотреть, помидор оставить, то есть как вот он. И вот форма у него все-таки, видите, да, то есть он не плоский, как вот обычно любит рынок, да, а больше как круглый, кубовидный. То есть в данном случае, я думаю, что эта проблема больше была именно, в первую очередь, с опылением. На первый, то есть кососки не дал, но он закубился. Ну почему? Потому что мы видим дальше, смотрите, этот помидор более-менее выравнивается. Видите, потом они сейчас вот в верхний помидор уже все плосковато. То есть к этому варианту, да, то есть уже можно не придираться. Вот он, опять помидор. Да, помидоры крупные, достаточно ранние. Потому что до этого мы смотрели несколько гибридов от компании United Genetics. Они еще не созревали, хотя срок был высадки один. Сила роста хорошая у него. Очень хорошая сила роста. При этом, ну вот видите, да, вот, томат очень неплохой. Очень неплохой. Хорошая плотность. Я вам скажу, плотность у него хорошая. По вкусу пока ничего не скажу, могу сказать. Потом скажем. Что еще? Только вот эти вот плечики. Что тут? Ну, вот есть плечики у него вот такие, да. Будем смотреть дальше, они пойдут, не пойдут, то есть на других плодах, то есть более высшие, да. Пока сказать не можем, но, как вы видите, да, опыляется неплохо, даже на макушке у него хватает опыления. То есть, ну вот если таких барбосов созреет на растении 25 штук, да, при весе, скажем, там, где-то за 220 грамм в среднем, то есть это будет с растения, а здесь их 25 штук будет, здесь будет с растения, в среднем будет собрано где-то килограмм по 5, коротком обороте осенним, то в принципе это будет уже очень хорошо. То есть хороший урожай. Здесь я говорю, форма, но я думаю, мы к этому помидору вернемся, потому что я говорю, мы видим дальше, форма меняется. Как я вам говорил, что вот эти первые кисти, первые три кисти, которые у нас опыляются, они всегда не соответствуют данному гибриду. Все это коверкает все-таки гормон в соединении с очень высокой неблагоприятной температурой. То есть тогда, когда биологические помидоры не должны были завязываться, они завязались, но у кого-то выросли израстания, у кого-то вот он поменял форму. Ну, лучше, конечно, пусть поменяет форму, чем израстание, потому что в данном случае... Но вот единственное, меня смущают плечики. Надо будет посмотреть, и опять же, надо посмотреть на его вкус.